Всем привет! Сегодня я вам покажу анимацию ходьбы V-Axe, а также его размеры в сравнении с другими существами. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а мы погнали. Сначала покажу вам, как он ходит. Очень красиво. Мне нравится. Он выглядит очень сильно, жесткий чел. А лапки свои, которые у него в спине, он ставит очень плавно. В общем, мне нравится это существо. Идем дальше. Теперь я вам покажу его размеры в сравнении с Ардором и Арсеносом. Достаточно большой челик, однозначно лайк. Ну вот и все. Не забывайте заходить ко мне в телеграм-канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.